спортивное самбо. В синей куртке представитель ФИАС-1 Кирюхин Сергей. В красной куртке самбо представитель команды Румынии Бадирлау Джордж. Начался поединок. Мы уже комментировали поединки с участием этих самбистов, потому что они проходили именно на втором ковре. И сейчас мы видим финальную встречу. И вот посмотрите, да, это уже как раз-таки вот такой вот прием делал Бадирлау, румынский самбист. Вот рывок руками. Кирюхин Сергей таким образом перевел в партер борьбу и пытается сейчас перевести на спину, сделать удержание, но здесь все, пауза. И предупреждение арбитр выносит самбисту в красной куртке. Борьба за захват. Это всегда в спортивном самбо сначала захват. И вот смотрите, пытается сейчас и разорвать, и сделать такие фальш некоторые атаки, заставить своего соперника поверить, что будет атака там вниз, а потом встать и сделать захват вверх. Ну, вот здесь вот раскрутка, но уже на краю ковра, поэтому остановлен поединок, но продолжится с центра ковра. Физически очень крепкие самбисты. Видно, что они готовы к финальному поединку. Знают, к чему они шли годы тренировочных занятий. Для многих из них это большая мечта стать не только финалистом чемпионата Европы, но и обладателем золотой медали. Вы видите, как блокируют руки сейчас Кирюхин своему сопернику. И пытается, вот да, перевел уже за отворот. И смотрите, грамотно. Вот по большому счету все свои поединки Кирюхин именно тактически так вел, что все время прессинговал, таким образом заставлял своего соперника выходить или за пределы рабочей зоны. Соперники получали предупреждение. И таким образом Кирюхин одерживал некоторые победы в своей сегодняшнем дне. Возможно, и в этом финальном поединке так и будет. Вот очередная... Очередное такое действие, выведение из равновесия. Два предупреждения уже есть у Бадирлау. И это значит, один балл ведет Кирюхин. 2 минуты до конца поединка. Сейчас посмотрим, что... Будут ли вообще в этом поединке броски? Ну, смотрите, очень хорошо начал двигаться, да, Бадирлау. Но вот здесь в партере, смотрите, и Кирюхин переходит на болевой на руку. Хорошо сел и сейчас будет разрывать захват. Арбитр показывает, что можно...
работать, да, вытянута рука. И сейчас будет пытаться это выполнить. Техническое действие, болевой на руку. Смотрим, что происходит. Очень близко ко мне эта вся позиция. Но крепко держит, терпит, терпит. Смотрите, крепко захват держит. Не знаю, насколько технически готов Кирюхин к выполнению именно этого технического действия. Ну вот, 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 практически все. Да. Да. Чистая победа болевым приемом и новоиспеченный чемпион Европы 2023 года весовой категории до 88 килограммов, представитель команды ФИАС-1 Кирюхин Сергей. Поздравляем его в синей куртке, ему поднимается рука вверх, он обнимает своего соперника по поединку,